Всем добрый день. Сегодня у нас замена очередная стиральной машины. В этот раз старенький Bosch. Такой вот по мне попался. Механика, температура. Программ 12 было. Это кто знает, скажите, что это регулировал. В отделе полоскания. Какой-то здесь тоже что-то типа поджидкий порошок, наверное. Машинка огромная, загрузка здесь, наверное, 5-6, скорее всего, старые все были. И вот сейчас тут столкнулся с такой проблемой. Машинку, в принципе, демонтировали, подача воды все выведено. А вот слив они, конечно, мне сделали прям очень-очень. Я даже сразу не нашел, где он находится. Вон он внизу. Тут делался так ремонт, тоже выбивали там кирпич, чтобы ванна залезла. А теперь слив надо подключать наверх. Ну, как хочешь, так это и делай. Я пока планирую, что попробую сейчас это дело все оттуда вытащить. Там 50-я труба, вроде пластиковая. Но это такой старый дом. Здесь вот труба здесь заходит вниз, там чугуняк в полу было сделано. Попробую ее нарастить, вот до этого здесь поднять. Ну, конечно, вариант есть, это сделать слив через сифон, но тут надо тогда какое-то отверстие пробить. Это для этого снять мойку, если аккуратно. Если не снимаем мойку, ну здесь только посередине будет совсем. Тем более здесь все аккуратно, красиво. Также будем сейчас что-то тут думать. Вот такие бывают. Кстати, Bosch старый, там у них антисифонный клапан, он мог работать на таком сливе, вообще никакой проблемы бы не было. Никакого сброса. Но здесь даже нету минимального подъема вообще в полу, поэтому по-любому переделывать. Так, получилось у меня здесь вот такая вот история. В принципе, все, подъем есть. Тут еще, кстати, зафиксировал хомутом. И у него и так мало куда он может деться. Но... Так, вот такая вот ситуация. Там вроде все как раз подошло. Чуть кирпич поддолбил, чтобы поровнее вышло. Ну, зато спасена плитка. Все будет аккуратно и работать будет. Так, все, в принципе, я ее смонтировал уже. Это у нас Куперсберг. Турецкая сборка идет. Бак имеет классическую перфорацию. Но они, в принципе, турецкие, хоть Куперсберг, что Кертинг. Программа у них у всех одинаковая. Немножко отличается дизайн и по ручкам. Вот идет управление. Ну, здесь вот металлическая такая солидная ручка. Задаем режим стирки. Все режимы будут написаны на русском языке. Все указано по типу ткани. То есть все у нас здесь необходимо есть. По управлению это есть уровень пятен. Здесь можно поменять. Также есть тип пятна под кофе, масло, трава. Температуру можно поменять. Скорость отжима. Опции здесь у нас... Предварительное, дополнительное полоскание, обработка паром, интенсивная стирка. Это экономная, вернее быстрая, а вторая экономная стирка. Это запуск. Еще обработка паром есть? Да. А поэтому без пара? Да, лишнее не будет. Ну она как, она включается, да? Ну если вы сами включите, то включите. А нет, наоборот, можно поменьше, да. Сделать за 1000? Да. Так, здесь стандартная загрузка порошка. Сейчас идет забор воды с основной стирки. С этой стороны предварительно. Сбегу, как по вас идти. Ну, дизайн опять вот. Мне нравится. Человек говорит, что ей не очень нравится, что черный люк. На мой взгляд, симпатично. Ну, еще есть пустик. Это здесь есть сливной фильтр прочищаю. Обзор будет короткий, без отжима, без слива, без полоскания. Надо торопиться. Здесь слив у меня. Вот идет подъем. Здесь я установил клапан. Вспышка не включается, телефон немножко перегрелся. Так.
В принципе, все. Обзор на машинку закончен. Кому понравилось видео. Ну, кстати, да, шланг от Востока мы уже отдельно поставили в комплекте. Обычно резиновый. И причем иногда попадает с фирмы Рефлекс, они получше. А вот бывает какая-то еще другая фирма. Они очень мягкие на самом деле шланги. Так что так вот. Все, обзор на машинку закончен. Кому понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.